По сути, да, я 7 лет занимался грэпплингом и потом получил пурпур. Самый стандартный, давай покажу рычаг. Да. Можно? Да. Самый стандартный вот мой рычаг, и который я использую из самбо, это вот как раз моя модифицированная пенсионерская МВС-очка. Садись. Ну, давай сразу сядем. Она, в принципе, понятно, да, что она работает со стойки. Вот. Это смена захвата. Классический рычаг локтя берется вот таким захватом. Я меняю руки. Вот. И причем я это делаю, вот допустим, если ты встаешь, это можно делать даже к той же, к примеру, реверс деларивы, которую ты используешь, mm-hmm. да? Ты берешь реверс деларивы, просто нужно максимально научиться хорошо держать вот здесь руку, контролировать, mm-hmm. да? То есть всегда идти за ней. Соперник ее убирает, ты идешь за ней, да? Mm-hmm. В этот момент ты можешь, когда он ее поднимает, например, вверх, закидывать mm-hmm. вот сюда ногу. Вот. Здесь очень хороший тоже свободный ход ноги идет. Даже, да, с той же, например, реверс деларивы. Вот ты поднимаешься вверх, да, и я сразу иду за тобой. Вот. Mm-hmm. Здесь уже, да, вцепляюсь в твою руку. То есть захват наоборот. Не как в стандартном классическом mm-hmm. рычаге локтя, а вот в таком. Но тоже есть нюанс. Вот, не знаю, почему-то у меня работает только на эту сторону. Ну, к примеру, на ту руку я так сделать не могу.